Всем привет! Сегодня решили поснимать для вас недорогую недвижимость. Нам задали вопрос под видео, можно ли купить недвижимость за 20 тысяч долларов. Сегодня мы покажем несколько вариантов в Солнечном берегу и видео с дрона. Также фото, как выглядят апартаменты. Для начала мы рассмотрим первый комплекс Sunny Day 5, а также еще будет Sunny Day 6. Также мы покажем расположение на карте и как далеко от моря. Сейчас покажу в комплексе Sunny Day 5 квартиру за 28 950 евро на 47 квадратных метров. Находится она вот в этом комплексе на третьем этаже. Есть автобусная остановка. Если у вас есть машина, будет хорошо, потому что это будет легче. Автобусы даже в Солнечном берегу ходят не так часто, где-то приблизительно раз в час. Поэтому напишите комментарий, как вы считаете, достойная ли цена. Сейчас покажем фото этой квартиры. Какое вообще ваше мнение? Плюсы и минусы такого апартамента. Начнем с положительного. 47 квадратов за 28 500 тысяч евро – это нормальная цена, даже в целом хорошая. Если у вас есть машина, то рядом заправка, центр Солнечного берега, магазины и море. Автобусная остановка через дорогу. Но есть свои минусы. Если у вас нет машины, то для пешехода будет сложно. Нет рядом магазинов, ждать автобус долго, так как они ходят нечасто. Зимой скучно будет. В основном все работает в сезон. По сути, этот комплекс находится возле дороги, которая ведет на другие села. И вокруг только поле. До ближайшего магазина идти 50 минут в одну сторону или 3,5 километра. Sunny Day 6. Апартаменты за 20 500 евро на 28 квадратных метров, которые находятся на третьем этаже. Это в студии. Плюсы такого жилья – дешево. И, пожалуй, все. А теперь о главном. На машине близко все, но если вы пешеход, то это не ваш вариант. Без машины будет тяжело, дом находится посреди поля, при том, что о дороге, где находится остановка, идти прилично. Также не понравилось состояние дороги, которая ведет к отелю. По сравнению с Sunny Day 5, Sunny Day 6 выглядит масштабно, но в Sunny Day 5 лучше апартаменты, так как и больше площадь за такую цену и рядом остановка. Вам не нужно будет идти через дорогу, которая вся в ямах, и рядом сплошное только поле.
же эти два комплекса охраняются. С одной стороны, может быть уютнее в Sunny Day 6, так как дорога далековата и не будет слышно машин, так как будет слышно в комплексе Sunny Day 5. Они там часто очень проезжают. Напишите свое мнение в комментарии, как вам эти два комплекса, два апартамента, которые мы вам показали. Вы бы купили такой или нет? И вообще, как, по вашему мнению, достойная цена? Также хотим вас поблагодарить за просмотр. Пишите комментарии, также свои вопросы, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Мы всем рады. А также можете написать по поводу сотрудничества, если вам нужно будет снять какие-то апартаменты с дрона или же внутри помещения. Связаться с нами можно через нашу группу, а потом мы перейдем с вами в личные сообщения.